Сквер 60 лет Магадану продолжают реконструировать. Как отмечает подрядчик, в сроки укладываются, работают по графику. На данный момент в сквере устанавливают новый амфитеатр. Уже сделали подсыпку. На стройке работают 26 человек. Также используют технику – погрузчики, самосвалы, катки. Материалы закуплены, всего хватает, рассказывают специалисты. Отмечают, что управятся в срок. Как обещали, 18 сентября мы его сдадим. Там лотки установили уже, КП-1 бордюры. И сейчас будем приступать вот тротуарной части. Сквер 60 лет Магадану находится в центре города, между улицей Дзержинского и Школьным переулком. Это один из самых первых парков областного центра. За последние десятилетия сквер пришел в негодность. Власти муниципалитета в прошлом году провели голосование на портале за новое название места отдыха. Идея хорошая – преобразовать его в школьный сквер, посвятить его учительству города Магадана. Но и в связи с тем, что здесь рядом театр, вы видите, там амфитеатр. И сценическая площадка, которая архитектором заложена, мы предполагаем, что здесь будут проходить в том числе и какие-то мини-представления под открытым небом, в том числе и с силами труппы Магаданского музыкального драматического театра. Правительство Колымы выделило на реконструкцию сквера 54 миллиона рублей. Подрядчик работает с весны и планирует закончить в середине сентября. Сделают облицовку, положат плитку, высадят деревья, установят освещение и проведут ливневую канализацию.